10-20 лет мировая экономика кардинальным образом изменится, и весь мир вместе с ней изменится в результате применения новейших технологий. Экономическую ситуацию, рост поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации составил 1%. Мы надеемся на то, что мы в ближайшие оставшиеся месяцы до Нового года также нарастим эффективность налогового администрирования без соответствующего повышения ставок налогов за счет современных методов, в том числе методов, построенных на базе информационных технологий. Гражданина, к которому привязать все, что происходит. Вот. И мы очень ждем этого, потому что нам это сильно мешает отсутствие такого поля, базы данных. Последующий период амбициозный, мы должны прийти к цифре 70%. Предстоит проделать еще достаточно длинный путь, и эта задача существенно более сложная, чем вот этот первый шаг до 40%.